Турецкий шоу-бизнес потрясла информация о сотрудничестве между телеканалом Star TV и компанией OGM Pictures, которая может изменить расстановку сил в турецком эфире. Что же произошло и чего нам ждать от нового соглашения? Телеканал Star TV сделал неожиданный и очень смелый ход, подписав эксклюзивное соглашение с компанией OGM Pictures и ее владельцем Ануром Гювенатамом. Отныне все сериалы компании, известные по таким проектам, как «Красная комната», «Квартира невинных», «Девушка за стеклом», будут выходить только на этом телеканале. Отметим, что у продюсера и телеканала уже был успешный опыт совместной работы. Это сериал «Невеста из Стамбула». Однако в последние сезоны телеканал Star TV никак не мог создать проект, который заинтересовал бы турецких зрителей. Для него сотрудничество с одним из самых успешных продюсеров Турции очень выгодно. Однако проекты Анура Гювенатама стоят очень дорого. Разумеется, больше всего турецких журналистов волнует вопрос, откуда у убыточного телеканала вдруг взялись деньги. Версий много, начиная от арабских шейхов, заканчивая российскими олигархами, решившими обезопасить свои деньги через инвестиции в Турции. Пока точно известно одно. Телеканал Star TV обязался выкупить многобюджетный проект «Если король проиграет» – «Крал Кайбедерсе», главную роль в котором может сыграть Кыванч Татлыту. По словам известной журналистки Берсен Алтунташ, главная героиня сериала «Если король проиграет» еще не найдена. Пока все слухи об актрисах, которые могут сыграть вместе с Кыванчем, всего лишь слухи. Также журналистка старается обходить вопрос о том, подписал ли Кыванч контракт на съемки в этом сериале. Похоже, еще нет, то есть все договоренности предварительные. Зато она сообщила, что в новом телевизионном сезоне Star TV покажет сериал компании TMC Film «В конце ночи» с Неслихан Атагюль, а также новый сериал компании Айябыл «Династия». Напомним, что канал уже объявил о том, что продляет показ сериала «Игра моей судьбы» на второй сезон. Таким образом, сетка вещания телеканала на следующий сезон уже фактически сформирована. Чем ответят конкуренты, мы узнаем в самое ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.